Всем доброго дня, дорогие мои друзья, зрители, подписчики, а также гости моего канала. Сегодня у нас 8 сентября, мы на море. Ну как на море, рядом с морем. Вот так вот сушатся вентиля сзади меня. Вот это вот выход на раскаты. Вот. И вот этот у нас вход с Иголкинского банка. То есть с основного канала. И вот так вот. Маленький ерик. Он идет на раскаты. Там он наш чупакабра бегает. Чупакабра, иди сюда. Я не слышит. Сегодня готовим рыбу. Малосол сазан. Предварительно вчера его засолил. Сегодня готовим. Отмочил немножко. Уже в кастрюльке варится. Вот так вот у нас все варится. Чайничек стоит. Сейчас вот только приехал. Сейчас вот только приехал с вентерей. Обработал вентиля на раскатах. И поставил чайничек. Поставил рыбу. Сейчас приедут. Наши ребят все приедут сейчас. И чтоб им уже был готов обед. Они ушли далеко. 40 километров отсюда они ушли. Сейчас рыбачат. Сейчас должны подъехать.